Практическое занятие. Тема «Знакомство системы имитационного моделирования Arena Simulation Software». Целью данного занятия является знакомство с панелями проекта, используемые в программном продукте Arena. Панели проекта расположены с левой стороны активного окна. Первая панель – это основные процессы или панель базовых процессов. Она содержит модули, которые используются для моделирования основной логики системы. Данная панель включает 12 схемных модулей, начиная с модуля Create, Dispose, Process и так далее, и 8 модулей данных. Модули данных основные это Entity, Kia, Research, Set, помогают расширять возможности при заполнении схемных модулей. Следующая панель – это панель перемещений. Она содержит специально разработанные модули для моделирования процесса перемещения объектов с помощью транспортера или конвейера. Данная вкладка используется, если имитационная модель разрабатывается, например, на сборочный процесс, разрабатывается на перемещение транспортных средств, задачи из области логистики, на данной панели у нас расположены как схемные модули, соответственно, розовая, зеленая, голубая окраска, так и модули данных, которые также помогают заполнять схемные модули. Следующая панель – это панель усовершенствованных процессов. Она содержит дополнительные модули для создания моделей со сложной логистикой. Как правило, за основу берется панель основных или базовых процессов, и затем в нее добавляются модули усовершенствованных процессов. Данная вкладка также содержит как схемные модули, желтая окраска, так и, соответственно, модули данных. Следующая панель – это модули потока процесса. Данная вкладка содержит коллекцию шаблонов, используемых для моделирования комбинированных дискретно-непрерывных систем. Данная вкладка помогает расширить возможности программного продукта Arena и моделировать уже дискретно-непрерывные системы. Следующая панель ⁇ это шаблоны упаковки. Шаблоны упаковки содержат коллекцию объектов или модулей которые позволяют быстро создать и запустить имитационные модели для высокоскоростных технологических линий. Для данной палитры характерна возможность использования анимации, очень наглядной, хорошей анимации. Следующее ⁇ это панель отчетов. Панель отчетов содержит отчеты, которые можно получить по завершению имитационного моделирования. Основными элементами в этой... Панели. Это являются сущности, ресурсы, очередь. Ну и, соответственно, поскольку нас интересует перемещение, это, соответственно, будет транспортер, это будет процесс или процессы. И последняя вкладка это панель навигации. Панель навигации позволяет полностью посмотреть имитационную модель в уменьшенном масштабе. Иногда модели бывают очень сложные, состоящие из разнообразных модулей. И на экране полностью их увидеть бывает иногда сложно. И поэтому панель навигации позволяет отследить общий вид нашей имитационной модели. Кроме этого, в данном практическом занятии я хотела бы остановиться на ошибках, которые могут возникать при моделировании и как их нужно устранять. В данном случае я буду использовать несколько модулей. Первый модуль Create, дальше будет модуль Процесс и модуль Dispose. Как заполнять эти модули, что они обозначают, я бы хотела поговорить об этом на следующих практических занятиях. В данном случае я только покажу, как можно устранять ошибки и что это позволяет сделать. Итак, у нас есть некая модель. Мы эту модель запускаем при помощи Run Setup. Как заполнять данную вкладку, тоже хотела бы поговорить об этом позже на других практических занятиях. Итак, есть некая модель, мы ее запускаем, и сразу после запуска показывается ошибка. Ошибка говорит о том, что не подключена точка входа. Но ну, специально это мы сделали. Для того, чтобы уточнить, где это было выполнено, я нажимаю на кнопку Edit. После этого открывается окно, где представлена имитационная модель, и возникает активное окно Create. -а. Модуль Create -а у нас не подключен. Точка выхода не определена, как только это я выполняю, запускаю заново, то модель, соответственно, успешно выполняет свою работу. Также я бы еще хотела поговорить о том, что возникают иногда ситуации, когда модулей, которые представлены в программном продукте, бывает недостаточно. Можно воспользоваться языком программирования Siman, чтобы посмотреть код программы или воспользоваться этим языком, я перехожу на вкладку Run, Seman, View. И здесь отображается код программы для нашей разработанной модели. Итак, на данном практическом занятии мы ознакомились с панелью проекта, посмотрели, что можно сделать в случае возникновения ошибки, ну и, соответственно, как эту ошибку устранить.